Продолжается демонтаж на центральном рынке в Симферополе. Как было известно ранее, администрация города планировала сносить 20 некапитальных строений. Сегодня собственники демонтировали все своими силами. Нелегальные постройки были возведены еще при Украине. Под павильонами проходят различные коммуникации. На это предыдущие власти закрывали глаза. Администрация города предлагает собственникам альтернативу – торговые точки на других рынках. Демонтаж проводится самостоятельно. Я думаю, что это показатель того, как нужно работать, потому что в любом случае мы уже это и декларировали, и в принципе публиковали свои решения. Данная территория будет очищена от строений.